Приветствую вас. У нас очередной легодупло. Вот я держу в руках такой наборчик для детей от 2 лет. Называется «Спальня». Вот написано. Код 10926. Вот в такой интересной коробочке, которая сделана домиком. Вот видите, крыша есть. Вот тут фигурка один к одному изображена. Ну и здесь на обратной стороне вот есть наклеечка, можете почитать. Производитель Дания. Так, что здесь должно быть? Двухспальная кровать, 2 девочки, часы, гитара, горка с мишкой. Очень интересное сочетание. Не знаю, что мишка делает в спальне, но это игрушка. Просто она очень большая. Размером с девочек. Ну вот тут написано, что вот эта девочка Клара, а это, скорее всего, София. Вот она. Вот они спят. Сейчас будем раскрывать, смотреть. Что мы тут имеем? Смотрим. Это кроватки. Розовенькая и такая цвета слоновой кости. Пакетики сами девчонки, гитара, мишка и вот часы и разные детали. Отдельно идет горка. Это что? Протирать, наверное, салфеточки. Вот такая небольшая инструкция. Даже не инструкция, а больше красочная такая рекламка. Какие еще есть наборчики Лего Дупла. Ну и вот здесь вот наш набор. Можно вот сделать тут домик и отдельно вот спальня. Еще есть вот такая деталь. Сейчас построим кроватку, горку. И покажем, что мы имеем. Одна комната, вторая комната. У нас двухкомнатная квартира. Тут мишка живет, часы стоят. Смотрите, тут прям оп. Здесь можно что-то хранить. Мишка. София. Ножки двигаются. 2 вместе. Ручки по отдельности. Голова вращается. Ну, и вторая принцесса у нас сидит на своей кроватке. Видите, кровать двухъярусная. Здесь горка. Вот Мишка может съезжать. Миша поехал. Есть. Ну и тут табуретка с гитарой. Такая гитара. И мебель. Все очень интересно, красиво смотрится. Аж 2 фигурки девчонок. Так что можно играть с подружками. Никто не будет обижен. Вот одна кроватка. Сейчас достану. Вторая кроватка. Ну и горка. Вот так. Ставим назад. Миша. Покупайте, играйтесь со своими детьми. Всем спасибо за внимание.